Добрый день, друзья. Ой, блин, упал с крыльца. Тут мы повыносили, старый шкаф у нас был такой. Это самодельную полку стряпал, видите. Он покрывал ее какой-то хренью. Здесь доску вот такую. То есть мы повыносили все эти шкафы. Это когда-то нам просто отдали, как старый разбитый ненужный. Вот, поэтому хватит уже вот это вот рухлить такую вот иметь. Мы, наверное, сожгем это дело, как пойдут, как этот пепел для огорода. Вот это можно еще для ежика оставить. Я тут укреплял как домик. Но он все равно сгниет. Смысл в том, что сегодня было куча всяких забот. Я ездил в город. Вот. И погода 15 градусов где-то. Ну, я в футболке, но такой прохладный ветерочек, но не холодно. И, кстати, утром стало около 13 градусов тепла. Даже ночью выходишь, 13 написано, было 0. Вот то, что меня пугало, было 0. Видите, автомат, который я поставил, он не срабатывает просто так. Он срабатывает только тогда, когда ночь. Ночью заходишь, кстати, там, когда я ролик сделал, там была такая засветка сильная. Вот. И, соответственно, я эту засветочку не убрал, потому что там специальный плагин кинул, а она не убралась. Поэтому кажется, что там какое-то пятна мигает какие-то. Вот. Далее, что у нас здесь? Остались вот такие штуки, надо будет на Алиэкспресс заказать, потому что вот эти я покупал в магазине, они здесь дорого, а вот эти вот алиэкспрессные, черные, которые я повесил на кабель, они хороши тем, что провисели все лето и не стали хрупкими, они были такими же гибкими, что меня весьма удивило, кстати. Стабилизатор работает великолепно. Вот, щелчки иногда проявляются у того стабилизатора, и мой компьютер, естественно, никак на них не реагирует. Вот, огород политый дождем. Чувствую себя нормально. Яблони, которые мы посадили весной, вот они, прекрасны. Прижились, скоро надо будет их закрывать. Эти перцы почему-то такие вот стали. Непонятно, по какой причине. А это тоже яблони. Одно из них красное. А это сейчас вспомню. Смотри-ка, не выцвели. Яблони Red, это красное яблоко. Вот эти вот бирки, я думал, выцветут. Нет, ничего не выцвели. Это, видать, чернила какие-то особые. Тонер есть специальный. Я в полиграфии помню такой. Он на солнце не выгорает. Для плакатов. Яблоко Red, это тоже красное. А желтое яблоко получается там. У нас укропа куча. Вот. И это вот картофель, который всякий вот у нас такой. Вот. И вот они, яблони. Так, это черешня, по-моему. А, стоп, это яблоня желтая. Да? Яблоко, груша, Golden Delicious. Но это желтое яблоня. А вот это персики из косточек. Они лучше растут. Это нам Лена с Октябрьского посоветовала. Говорит, намного лучше. А вот это уже черешня. Черешня. Как она себя чувствует так? Черешня крупноплодная, черная. Вот. Ну, сейчас понятно, что осень. Они сейчас... Вот такие пироги, друзья. Вот такие пироги по огороду. Как-то так. Вот стабилизатор. Чем показывает? 216. Ну, сегодня нормально еще более-менее. А к вечеру оно сядет. И будет уже 190, 180. Ну, хорошо, что я его сюда поставил, потому что вот эти вот вентиляторы, может, потом найти малошумные такие.
Но в дом вставить он будет гудеть как компьютер. Даже хуже. У него громкость побольше. Так, друзья. О, две голубки воркуют на газовой трубе. Вот. Виноград у нас в этом году очень хорошо пошел, одеревенел. Так что это хорошо. Ну, Лидия Изабелла пошла вообще идеально в рост. Так что она в этом году уже кисти давала, но поняла, что слабая для кистей, потому что с маленького ростка выросла. А сейчас уже, конечно, она в этом году вымахала капитально. Поэтому в будущем году у нас будет уже виноград от этой Лидии. Вот такие пироги. Как бы осень глубокая где-то уже, а у нас оно все только начинается. Вот там вверху, видите, эх, не достать. Внизу нету, орехи такие висят. Скоро будут снова падать. Мы уже падают они, мы набираем орехи. Окна, я говорил вам уже, у нас сейчас герметично, пленкой обшивать ничего не буду. Сейчас пленкой только вот это вот окно. Когда-то продавали там одно окно за 1500 бэушное, но оно было больше, то есть надо было выбивать еще кирпичи, поэтому я решил, что не стоит ничего такого делать, глупости заниматься. Решили, что пускай будет там прихожки вот этой. Так, а здесь вот покрасили. В деревянные рамы я уже еще раз задают вопросы. Я отвечаю, что деревянные рамы нельзя выставлять, иначе рассыпется все остальное. Там стали только трогать деревянную раму, сразу саман начал трястись. Так что такие пироги. Лучше не трогать деревянную раму. А это окно капитально, все четко у нас. Мы вот рамы пока не открываем. Я думаю, вот надо сетку все-таки поснимать, чтобы лишний раз их солнце не палило. А окно это ультрафиолетом защищено. Вот. Такие пироги. Ёж. Да? Смотри, какая будка у тебя там сейчас может быть. Ты будешь там сидеть, ждать, когда тебе вынесут паёк. Да. Ладно. Заехал в Пятерочку. Здесь-то тоже сейчас начинает. Маски. Купил корм для кошек. Кошка у нас Чича любит корм. Ежик тоже. Друзья, как вы поняли, я сейчас начал снимать с другой камеры. Все это дело. И хочу сейчас посмотреть, как она у меня по ночи снимает. Но я знаю, что вам сейчас ни черта не видно. Впрочем, не видно и мне. Так, мы сейчас откроем дверь, чтобы зажегся туалет. Оп. Все, туалет зажегся. Я хочу проверить, как работает у меня эта лента во второй раз. Ну, не то, что, а болтики отнести. Сегодня было очень много работы. Так, А в чем проблема? А что ты застыла? А, лента? Пришлось руками махать, прежде чем ты зажглась. Ну ладно, хоть так. Вот. Так, здесь мы свет зажгем. Так. А, болтики не сюда. Болтики вот сюда. И закроем. Сегодня вечером 13 градусов, но ветерок такой с моря, неприятный. Мы фильм всем семейством смотрели. Вот, что-то меня удивило, лента. Она не сразу зажглась. Но все равно зажглась. Надеюсь, будет работать. Потом мне сказала сегодня Лена, что здесь отклеилась она. Поэтому я завтра ее перебью и сделаю здесь второй ряд. Просто, чтобы было все видно.
Ну, в общем, как-то так. Все хорошо. Раз она зажглась, это уже хорошо. А, свет надо выключить. Надо выключить свет. Вот. И заодно посмотрю, как снимает ночью камера. Потому что теперь это будет моя основная камера для съемки. Вот, друзья, видите? Луна на небе, не знаю, наверное, видна, наверное. Вот наше окно и фонарь. Так, ну а здесь у меня тоже автоматика. Здесь уже поярче. И наш. Так, 207, удивительно, 207. Но сегодня мерцало. Тот автомат срабатывал там, переключался. Ладно. Ну что, друзья, испытание прошло успешно. Так что все. Теперь я буду снимать с камеры уже. Не буду уже портить свою как бы стационарную камеру. С ней было крайне неудобно снимать. Ну все, пока.